Всем привет! Сегодня мы научимся делать вот такого лягушонка. Его можно посадить на руку или закрепить на палочке. Нам понадобится один 260 шарик, кусочек белого для глаз и маркер. Ну что ж, давайте начнем. Надуваем шарик на 5 качков насоса. 7 пальцев, а точнее 65 сантиметров. Делаем пузырь на 10 сантиметров. 2 пузырька на 4,5 сантиметра примерно. Перекручиваем их. И оборачиваем шарик между ними. Фиксируем. Второй пузырь на 10 сантиметров. Соединяем, фиксируем. Отступаем на пальчик, скручиваем. Еще один такой же пузырь. Скручиваем их. Берем колечко. Подвигаем вот эту скрутку. И оборачиваем колечко вокруг нее. Получилась натянутая струна. Еще один такой же пузырь на 10 сантиметров. Маленький пинчик. Располагаем вот так и складываем. Остаток оборачиваем вокруг пузырьков. И приматываем к пинчу. Его можно спрятать внутрь. Задние лапки можно немножко приподнять. Вот так вот. Для глаз надуваем пузырек примерно 2,5 сантиметра. Делим пополам. Связываем. Можно еще обернуть и связать. Прикручиваем на место. Рисуем ротик. И глазки. Вот такой лягушонок у нас получился. Спасибо за внимание, всего доброго и до свидания.